Собаки, я ухожу вам за кормом. Подожди, купи нам вкусняшек. Джоник, надо немного сбавить обороты. Посмотри, у тебя уже кофта по швам трещит. Да ну тебя. А мне хотя бы. А ты слишком много какаешь. А вот и неправда. Оскар, у меня есть идея, как показать маме, что значит не покупать нам вкусняшки. И как? Смотри, что у меня есть. Тащи ее кошелек. Да даже их на улице. Алиса. Собаки, а вы не видели мой кошелек? Боже, мам, в комнате валялся. Спасибо, Ози, все, я ушла. Ладно, как ему здесь вкусняш? Здравствуйте. Добрый день. С вас 3000 рублей. Таракан! У меня меняет гадость! Так это не настоящий таракан. Не настоящий? Ах, они какашки. А у вас есть тараканы? Собаки, я дома. Мам, а у тебя все хорошо? Нет, собаки, я поняла, что была неправа. Я купила вам вкусняшки. Ура! Они какие-то суперновые, натуральные. Приятного аппетита. Спасибо, мам. Я больше никогда не смогу есть вкусняшки. И я.